головы. А что ты так быстро? Я просто издалека увидел. Раз в метро, да. Может, чили? Я не могу, я вам у меня встреча просто. Я тебе прям 5 секунд. Не буду тебя задержать. Ладно, да. Офигеть. А у тебя весны настоящие. Да, я потом вернулся. Там что, откуда ты из весны? Да. С горам, да. Серфинг занимался. А ты умеешь? Да. Ну сейчас я не могу, потому что когда меня тарак, я так встал. У меня просто встреча, я с человеком. Ну давай так. Аня. У меня Ну я не знаю. Вот, поэтому, ну, я не могу так, когда из меня удавлю, там быстро-быстро. Сейчас вопрос в телефоне, как бы, и суть в том, что я не буду его брать, нам будет так, да? Надо же понять, добрая, это очень хорошая девушка. Явно это не буду, да? Ну а какая разница, ну, если ты здесь попал? Я добрая. Удобно занята, да. Я тоже занята, у меня память. Очень ревниво скатилась. Честно, с тобой мало какая. В смысле занята? Не, просто честно, мне бежать надо. А, я понял, подожди. То есть ты хороший, интересный, добрый. Все, нам все сходится. Все сходится. Давай тогда мы с тобой созвонимся. Давай мне номер туда. А ты мне скажи, дозвонь. А, ну давай туда мой номер, пиши, пожалуйста. Да, давай. Все. Ага. Анечка, а меня, кстати, голод зовут. Подожди, а ты вот, мне кажется, это, у тебя есть какие-то восточные корни? Нету. Ты, ну, или мордовские корни? Никаких нет, немецкие вот, есть. То есть, подожди, мы сейчас будем прощаться. Да. Ну, честно, опаздываю, я не могу встретиться. Сейчас. Ты меня трогаешь. А ты не из Москвы? Почему? Да? А что, вы в Москве так не дяги не обнимались? Нет, никто не вообще. Да ладно. Ты серьезно? Или тебе будет? Нет. Все, давай.